Дело в том, что большая часть всех экспертов, политологов, геополитиков и прочих разных стратегов, да, они, соответственно, не понимают одного базового обстоятельства. Сути фиатных валют, собственно, доллара. Суть состоит в том, что фиатные валюты печатаются под активы. И если мы внимательно посмотрим, какие именно активы главные на сегодня в мире, то это два вида активов. Это недра, полезные ископаемые, и это спрос. Но спрос в мире формируется в уже напечатанных долларах. Поэтому печатать при них доллары как-то странно, поскольку абсолютно очевидно, что эти доллары уже напечатаны. А вот активы в виде недр – это как раз те активы, под которые, собственно, напечатано подавляющее количество денег. Но прежде всего доллар. И мы видим, как сейчас меняется ситуация. Например, крупнейшие нефтяные компании, мейджоры, у них стремительно падают запасы. Почему? Потому что их под себя начинают брать национальные нефтяные компании. Вот почему такое было давление на Саудовскую Аравию, чтобы она акционировала свою национальную компанию. По банальной причине. Потому что как только она акционируется, то даже если одна акция падает на биржу, то полная капитализация под нее можно напечатать. Именно по этой причине такая активность была в приватизации российских недр в 90-е годы. Вот всякого рода высокоинтеллектуальная техника, она не нужна. Почему? Потому что она под спрос. Ну, то есть, грубо говоря, под капитализацию Apple или под капитализацию Google ты не выпустишь. Не можешь напечатать новых денег, они уже напечатаны, и они есть в виде спроса на их продукцию. Это способ концентрации имеющихся денег, но это не актив для того, чтобы напечатать новые деньги. Так вот, вся опасность состоит в том, что сегодня, поскольку запрос на поддержание мировой долларовой системы явно превышает возможности Соединенных Штатов Америки по предоставлению необходимого количества денег, а понятно, что такое запрос, это деньги, которые нужны для сохранения спроса. Если Америка не обеспечивает сохранение уровня жизни в каких-то странах, то местные элиты совершенно не заинтересованы исполнять какие-то решения Соединенных Штатов Америки, потому что у них начинаются проблемы с местным населением. А понятно, что военной помощи они не дождутся. И по этой причине ключевая проблема, которая стоит перед руководством Соединенных Штатов Америки, это проблема колоссального и резкого сокращения количества активов, которые обеспечивают уже существующую долларовую денежную массу. Существует много разных вариантов, как можно эту долларовую денежную массу сократить. Самый простой вариант состоит в том, что Соединенные Штаты Америки могут заморозить обмен долларов, которые приходят из-за пределов Соединенных Штатов Америки, на свою территорию. Ну, например, под предлогом необходимости проверить эти деньги на предмет чистоты. В результате довольно значительная часть долларовой массы как минимум замораживается, как максимум вообще ликвидируется.
Да, конечно, это не, от этого никуда не деваются внутриамериканские проблемы, потому что поддерживать спрос нужно и внутри Соединенных Штатов Америки. А по производству США там меньше 20% мировой экономики, а по потреблению они где-то треть, сильно больше, 30-35%, как считать. И по этой причине, если у вас резко падает внутренний спрос, то начинаются проблемы. Ну и допустить в этой ситуации перетока необеспеченных долларов внутрь США тоже невозможно, потому что в этом случае просто все скупится, а им не останется. А, значит, вопрос, а как могут вот эти самые страны национализировать, в общем, уже приватизированные национальные богатства? А очень просто. Для этого даже не нужно особо изгаляться. Делается это совершенно банальным способом. В любой стране можно принять закон, а в некоторых странах, я подозреваю, они уже принимаются или приняты, но еще не в полной мере действуют, в соответствии с которым компании, которые работают с недрами или вообще обладают недвижимостью, или там земельными участками, или зданиями, и сооружениями на балансе, обязаны иметь внутри страновую регистрацию. То есть, иными словами, иностранная компания не может владеть лицензией на добычу полезных ископаемых. Она должна создать дочку внутри и получать лицензию на эту дочку. Обращаю ваше внимание, что в этом случае уже, скажем, практически невозможно осуществлять трансфертное ценообразование. Потому что приходит налоговая инспекция к этой дочке, у которой может быть баланс 3 рубля. И ей говорит: смотри, из находящейся у тебя на балансе месторождения вывезено за границу 2 миллиона тонн чего-то там, что на мировых рынках стоит 1,5 миллиарда долларов. Значит, ты должна из этих 1,5 миллиардов заплатить то-то, 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 обеспечить такие страховки, сделать то-то, 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 обеспечить такой страховой фонд. Для этого ты должна довести свой уставной капитал до как минимум 500 миллионов рублей, а лучше 50 миллиардов рублей, ну и так далее и тому подобное. Сформировать страховой фонд, сформировать резервный фонд, делать то-то, то-то, то-то и то-то. А если ты этого не сделаешь, то у тебя автоматически все отбирается. То есть у вас в результате создается то, что вот с 1 января действуют части крупных иностранных IT-компаний. То есть если у тебя здесь в России клиентов больше, чем, то в этом случае у тебя здесь должен быть операционный центр, который должен обладать полномочиями по всем вопросам, в том числе выплатам штрафов и т.д. и т.п. И при этом тебя могут мучить как угодно. Например, тебе говорят, у тебя уставник там 2 миллиона рублей. Но по закону тебе теоретически могут вменить штраф 50 миллионов. Поэтому будь добр, увеличь уставной капитал, чтобы у тебя был резервный фонд, в котором бы лежали эти деньги. Ну и так далее и тому подобное. То есть это абсолютно рабочая ситуация, и более того, не вызывает сомнений, что в условиях падения уровня жизни населения это делать придется. Собственно говоря, я прошу прощения, примерно в этом направлении сегодня начинает работать Казахстан. А дальше ситуация банальная. Да, подавляющее большинство месторождений, как Казахстан, находится в руках у иностранных компаний. Но если акции на балансе находятся у компании казахской, то если они будут себя плохо вести, то их просто можно отобрать. Причем тут есть целая куча разных тонкостей, например, там все будут кричать: вот, мы не можем ничего сделать, потому что акции находятся на балансе у какого-то там траста офшорного, у которого как бы по закону он не имеет права их отчуждать. И по этой причине он внести там ничего не может. Ответ на это очень простой. Ребят, у нас национальное законодательство. Нам плевать, что у вас там с трастом. Если эти акции в течение 3 месяцев не будут переданы вот в эту внутрироссийскую компанию, или там внутриказахскую, или еще в общем, национальную
компанию, то в этом случае они отчуждаются по закону, и дальше они продаются на внутреннем аукционе. И да, деньги от их продаж, ну, за вычетом организационных расходов, мы перечислим в этот траст. Ну, разумеется, при условии, что он откроет соответствующий счет в национальной валюте. Ну, потому что мы же деньги вручаем в рублях, а конвертация не входит в нашу цену. Вот у нас лежат на счету вот деньги, пожалуйста. Передавайте, скажите, куда перечислить, мы готовы. Национализация. Это не национализация, формально. Но это де-факто вывод активов из долларовой юрисдикции и полное разрушение мировой долларовой системы, потому что происходит вывод активов, на основании которых происходило печатание долларов. И тогда на основании них можно печатать тенге, алтын. Можно печатать тенге, алтын, рубль, юань, неважно, еще чего-то там. Но это принципиально важный момент. Настолько важный, что он, собственно, он-то и висит над Байденом. И по этой причине у Байдена вполне резонный, он говорит: ребята, вы что, как бы говорит он своим натовцам, вы же живете на мои деньги, которые я печатаю под активы, которые находятся на территории Российской Федерации. Но вы их обижаете, Я хочу с ними договориться, вы их обижаете. Сейчас они эти активы, ну, де-факто национализируют, хотя формально нет. Ну, скажем так, они их, во-первых, введут в национальное поле, в законодательство, а во-вторых, начнут обременять. И при этом эти обременения будут все время расти, потому что их можно придумывать, накручивать и вытаскивать из нас эти деньги. Ну, до какого-то момента мы их можем платить, с какого-то момента это нам станет настолько невыгодно, что мы скажем: заберите обратно ваш акт. Но это те деньги, которые мы вам давали. Мы их больше не дадим, все, их нет. Более того, мы пытаемся из вас вытащить часть наших. И вот что делать вот с этой ситуацией, это и есть страшная угроза Путина. И не только Путина. Потому что если такая... Еще раз. Эта ситуация возникнет неизбежно по мере падения уровня жизни населения. В любой стране. Собственно, это уже произошло в Казахстане. Там что кричал народ? Отдайте нам наши недра. Который, неважно, можно сказать, что их украла семья Назарбаева, можно сказать, украл Тони Блэр, который обманул Назарбаева, можно сказать, украли американцы. Это дальше можно продолжать. Это не важно, это уже начинается политическая демагогия. Но смысл состоит в том, что эти недра достаточно легко, не занимаясь прямой национализацией, можно вернуть обратно достаточно простым изменением законодательства. Более того, это создает насос, который активы перекачивает обратно из долларовой системы в национальную юрисдикцию. И отказаться от этих активов долларовая система тоже не может, потому что деньги под них уже не печатаны. Вот это... Картина, в которой мы находимся. Это и есть главная угроза Путина. А вовсе не там танки, ракеты, Посейдоны, граниты, гранаты и прочие разные. А почему это не было возможно раньше? А я объясню, почему это было невозможно раньше. Потому что раньше принятие такого закона было бы заблокировано. Ну, в Госдуме выступили бы депутаты. Взяли бы этот закон после первого чтения, начали бы с ним работать. Ну и дальше известно, что известно как. Я таких историй знаю массу. Как, соответственно, вопреки мнению там конкретных руководителей, менялись
законы. Более того, я даже знаю случаи, когда, например, закон принимался в Госдуме, а потом он попадал в Совет Федерации в другую редакцию. А никто не смотрел протоколы Госдумы. Все смотрели на тот закон, который из Совета Федерации идет к президенту. И таких историй с постановлениями правительства, еще что-то, была масса. Но вот в нынешней ситуации все понимают, что к чему. По этой причине, мне кажется, что паника Байдена, ну вот, собственно, все его, начало его договоренности, оно связано именно вот с этим, потому что это, еще раз говорю, объективный процесс. Национализацию можно остановить, потому что это нарушение там всяких договоренностей, правил, а здесь? А что, а что вы такое сделали? Да какая вам разница, ребята? Мы ничего такого не делаем. Ну да, ну как бы вы акции утащили туда, а мы теперь, вот теперь они будут у нас. Вот какая разница? Ну почему? Ну, и на это нельзя ничего возразить. Да? Да. Да. Когда никому нельзя, ну тогда все сидят под лавкой. А сейчас падение уровня жизни населения, оно просто вынуждает к этой теме обращаться. Ну кадры уже остались те же. То есть, экономического блока нашего. Это не важно совершенно, потому что это не кадры. Это эти деньги, которые таким образом можно получить, их можно использовать эффективно, можно неэффективно. Можно их пытаться хотя бы частично вернуть обратно через Фонд национального благосостояния. Как это будет делать Набиуллина и Силуанов? Но это все равно. Это не те, уже нету тех активов, под которые можно печатать доллары. Вот в чем вся проблема. Ну да, какую-то часть этих долларов вы получите обратно. Но новые-то вы напечатать не можете, а куда девать старые, которые были уже напечатаны вот под эти активы. Как жить дальше? И это, собственно, суть Бреттон-Вудской модели. Печатание денег под чужие активы. Беда состоит в том, что ответа на этот вопрос нет. Поэтому, когда я говорю о распаде мира на валютные зоны, то я имею в виду следующее, что в результате распада мира на валютные зоны создавшийся при этом кризис позволяет на него свалить снижение уровня жизни населения. И после этого начать эту систему строить заново. Строить ее целиком в мировом масштабе не получится, потому что эта система строится медленно, и она под контроль берется тоже медленно. Если ее строить с нуля, то надо начинать с более мелких конструкций, чем со всего мира в целом. Ну, в частности, например, потому что сильные мира сего, в лице России, Китая, Индии, начинают резонно говорить, почему это, соответственно, вы печатаете деньги под наши активы. Давайте мы сами будем печатать деньги под свои активы. И делиться этими деньгами с тем, кто нам нравится. Вот эти нам нравятся, да, вот хорошо. Армения хорошая страна? Хорошая. Мы дадим им немножко денег, которые мы напечатаем. А вот Украина плохая страна, ничего им не дадим. А поляки, а турки, хорошая страна, вроде ничего, но член НАТО. Турция. Выходи из НАТО. Выходи из НАТО. Ах, не хотите? Не хотите выходить? Ну тогда у нас нету денег. Денег нет. И такая же ситуация с какой-нибудь Польшей. Ну, я уже не говорю про... Ну, там понятно, с Великобританией нет, потому что Великобритания умрет, но к нам не пойдет. Она очень хочет стать своим центром, но пока ресурса нет. Вот. Но это уже начинается геополитика, поэтому это мы сегодня обсуждать не будем. Я просто вот общеэкономическую конструкцию описываю. Ну, должна быть какая-то единица перерасчета,
через которые идут... Это техника. Создается уже существующий там банк международных расчетов, или создается какая-то клиринговая палата специальная, которая осуществляет клиринг между зонами. А раз в 3 месяца собирается конференция, ну вот, там, грубо говоря, замминистра, о которой решают, что на ближайшие 3 месяца курс взаимных расчетов такой-то. Ну, и, то есть это абсолютно техническая операция, надо так сказать. То есть ее невозможно сорвать политическими мерами? Ну, нет, уже есть решение принято, да, и дальше ее, она просто организовывается. Это вообще не проблема. Вот. А логика вот такая. Вот я уже там много-много-много раз это говорил. Меня как бы там кто-то смеялся в части доллара, кто-то там не верил, а кто-то говорил, да, что хорошо бы, но вот не при нашей жизни. Беда состоит в том, что этот процесс, вот тот, как я его описал, носит абсолютно объективный характер. То есть падение жизненного уровня неизбежно, попытка, соответственно, она такая вот, такой вот условной национализации недр практически неизбежна, потому что иначе это создает внутренние проблемы. Кстати, обращаю внимание, в этом беда Украины. Ей нечего национализировать. У нее есть только земля, которая, хотя и формально государственной собственности пока, но реально она уже на местах приватизирована. То есть государство не может уже этой землей свободно распоряжаться. И недр у нее практически нет, ну мало. И по этой причине она, в принципе, не может играть в эту игру. В принципе. Потому что, ну, теоретически. Вот. И поэтому она никому не интересна. Ну, под недрами вы имеете в виду, естественно, не только углеводороды, но... Нет, я имею в виду любые полезные ископаемые, любые активы, которые не созданы через спрос. Ну, вот... IT-компании и даже фабрики и заводы, они созданы под спрос, то есть уже напечатанные деньги. А недра, они вот они. Они существуют независимо от спроса. И поэтому по их капитализации можно напечатать деньги. Собственно, вот я... А если у России неисчерпаемые природные богатства, то, соответственно, и денег может напечатать неисчерпаемо. Ну, это дальше уже начинается то, что называется экономическая политика. Мы сейчас пока не будем ее обсуждать, потому что это этап следующий. Наша задача – это обсуждать вот эту вот первую часть. То есть как это все сейчас будет рассыпаться, потому что мы должны максимальным образом обеспечить наш интерес в этом процессе. И, кстати, объяснить всем окружающим, что, ребята, вы все должны понимать, что если вы не хотите, чтобы вас снес оголодавший народ, это вам категорически необходимо, чтобы был кто-то из тех, кто может себе позволить играть в эту игру, кто может вам дать деньги. А для того, чтобы, скажем, остановить Россию на этом пути, создание хаоса на южных, скажем, рубежах, вот есть попытки сейчас войнушку опять затеять в Закавказье, очень напрягается ситуация в Центральной Азии, как ее теперь принято называть, Средняя Азия, Казахстан, да? Очень тревожная оттуда сигнал. Сигналы, да, но проблема состоит в том, что, опять-таки, жизненный уровень населения падает, поэтому сигналы будут идти отовсюду. Потому что существующие элиты не справляются и не могут справиться объективно. Они не могут поддержать уровень жизненного населения. Ресурсов под это нет, денег нет. Соответственно, контр-элиты пытаются вырваться, а контр-элиты начинают вести переговоры с потенциальными участниками.
Потому что контрлидеры, в том числе, более-менее идеологизированы, более свободны. И они прикидываются, ага, значит, вот центр, ну, грубо говоря, Казахстан. Какие у него есть центры силы? Это Россия и Китай. С учетом синофобии казахского населения, кроме России никого больше нет. Поэтому те силы, которые за деньги занимаются русофобской пропагандой, они активизируются. Но все участники этой пропаганды прекрасно понимают, что они занимаются этой самой русофобской пропагандой, только пока платят деньги. Вот предпосылки министра информации Казахстана Умаров уже начал как бы склоняться к дружбе жвачки. Потому что он был русофобом за деньги. Не потому, что он так вот люто ненавидит все русское. Потому что ему деньги платили. Ну, как бы то ни был, Михаил, все равно его назначение крайне скажет. И это, да. Но я сейчас не буду опять-таки, это уже опять политика. Я сейчас говорю про экономику. Смотрите, местные элиты, у которых есть в голове логика, мы наворовали, а теперь убежим там на Лазурный берег. Ребята, отдайте себе отчет. Поскольку активы уменьшаются, то часть денег, которые сегодня существуют, и которые выпущены под эти активы, будут списаны. И не вызывает сомнений, что приписанные эти деньги будут чужим. Придется часть из своих денег списан. Но чужие будут списаны все. Ну, за исключением той части, которую вы раздадите в виде взяток и дали. Ну, хорошо, но вот у вас есть на счету 100 миллионов долларов. Вы прибежали к министру внутренних дел, дали ему 2 миллиона. Прибежали там к начальнику там беспеки местной, дали ему 3 миллиона долларов. Дали там мэру города, где вы хотите поселиться, Ницце, еще там 5 миллионов долларов. И у вас ощущение, что у вас еще осталось 80. А потом бац, и неожиданно оказывается у вас на счету ноль. Вы говорите, а как же, возьми, дорогой товарищ. Ты же понимаешь, вот эти вот деньги, они пришли из границы. Они ничем не обеспечены. По них нет обеспечения. Потому что мы их напечатали под ваши недра. Ты оттуда сбежал, не смог обеспечить наш контроль над недрами. Поэтому у тебя больше денег нет. Он говорит, а вот те деньги, которые я раздал, они тебя еще уже не касаются, это уже не твои деньги. Все, до свидания. Не, пожалуйста, иди работай там. Вон, пожалуйста, надо подметай улицу, убирай туалет. А мало ли какой есть полезный день. Ну, конечно, только ты учти, что у нас есть тут свои арабы, там, свои мусульмане, которые это делают тоже. Если ты будешь им создавать конкуренцию, они тебя могут и подвинуть. Побить. Мы, конечно, их накажем, но чуть-чуть. А вот если ты не будешь бить, мы тебя посадим надолго. Все. И это ждет всех. Более того, это даже ждет некоторых местных новоришей. Потому что старые элиты, они к новым, которые себя ведут невоспитанно, относятся. Не очень хорошо. То есть вот такого, ну ладно, Лазурный берег проехали, действительно, это не то место, куда они смогут убежать. А скажем, в Дубай они смогут убежать? Какая разница? То есть везде будет. А вы знаете, что если вы прочтете все законы дубайские, очень строгие, да. Там написано, что все эти счета, которые вы там открываете, вся та недвижимость, которую вы покупаете, и все остальное, на самом деле принадлежит миру. Да. А вы только являетесь долгосрочным пользователем. Да. Ну и все. И дальше вы приходите в банк и знаете, а нету, все. Нет денег. И мир взял свои деньги. Соответственно, встает вопрос о том, что элита, которая чувствовала себя частью международной, может быть, и не совсем являясь ею, должна начать проявлять себя именно на этой территории, то есть она должна готовить свою... Должна быть национализация элит. Но проблема в том, вы поймите, ведь
когда вы в 90-е годы воровали народное добро, нарушая все законы, да, человеческие и божеские, божественные и человеческие, то вы же это делали под легитимизацию внешнюю. И вот теперь вы приходите и говорите, я тут вот хочу. Это ты кто? Ты вор? Нет, я не вор, у меня вот тут вот. Ну как это не вор? Вор же вот, вот вор, 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 вор. Значит, надо растить свою элиту. А они это делать не умеют, потому что это люди, которые, нужно понимать, это люди, которые, ну, во-первых, вор по психологии не может играть во власть. Это невозможно. А с вором о власти играть нельзя. А элиты, созданные в 90-е годы, это воры. Они пытались, вот уже в конце 90-х, начале 2000-х, изобразить из себя власть. У них ничего не вышло. По банальной причине. Потому что они, ну сейчас они как бы еще держатся, потому что они олицетворяют собой, ну как бы вот, вот верхушку вот этой вот либеральной группировки, которая как бы поддерживается пока Западом. Потому что легитимизация приватизации еще пока продолжается на Западе. Но и это видно там по Ходорковскому, там еще по там, другим вещам. Но по дальше выясняется, что надо не как бы быть не эрзац элиты, а надо реально играть во власть. Игра во власть, ну, грубо говоря, ты должен ради власти готов пожертвовать жизнью. Вор не может пожертвовать жизнью. Это невозможно. Это исключено. И по этой причине, как только начинается реальная игра за власть, они всегда проигрывают. Все новориши, обратите внимание, не было в истории человечества случая, вот когда сержант становился диктатором, масса историй. Вы где-нибудь видели, чтобы вор стал диктатором? Не было в истории таких прецедентов. Значит, я, причем есть такие уж ну, совсем смешные исторические истории. Был такой выдающийся ростовщик римский. Звали его Марк Крас. Он как бы держал всех в железной руке, в том числе, кстати, нет, он не держал Цезаря, потому что Цезаря держали другие ростовщики, да, он ему дал денег. Да. Он ему дал денег. Но он проиграл. Потому что Цезарь был готов жертвовать жизнью, переходя через Рубикон, а Марк Крас покупал себе легион. Ну и чем он закончил? Весь фокус состоит в том, что когда у вас... В чем, собственно, весь фокус? Да, вот сегодня в Соединенных Штатах Америки. А демократическая партия, это была партия прогрессистская. Прогрессисты это были люди, которые распределяли напечатанные деньги. Ну вот в том формате, в котором был после отставки Никсона. Ну когда хорошо, после Картера. Значит, они занимались тем, что вот деньги печатали, они их распределяли. И под это дело пытались переформатировать все остальное человечество. А дальше появились цифровики. Кстати, удар получили криптовалютчики. Да, которые играли в свою игру, ну, похоже. Все равно активы-то те же самые. Они пытаются создать активы на базе криптовалют, но это тоже. А вот дальше неожиданно выясняется, что играть надо во власть. Почему Байден, которому там много лет, который уже, в общем, сейчас начал в Штатах всех переигрывать, не своих. Почему это глубинное государство, которое столько крови попортило Трампу, Байдену, который ему пакости, ну, ничуть не меньше, чем Трамп, даже больше, почему с ним не может ничего делать глубинное государство? А потому что Байден стал играть во власть. Не в перераспределение напечатанных денег, а во власть. И все. И он, соответственно, всех обыграет. Михаил, а что будет пытаться сыграть Лондон?
А Лондон пытается влезть в эту игру. Но у Лондона проблема. У Лондона нет своих активов, под которые можно создавать свою валютную зону. Вот почему ему принципиально важно эти активы получить. И он сейчас пытается что сделать? Он пытается сейчас разрушить Евросоюз для того, чтобы взять себе часть активов, ну, грубо говоря, Западную Европу и французскую Западную Африку. И под нее, пользуясь манипулятивными технологиями, которые у англичан со времен Британской империи учили, грубо говоря, они у них в пальцах. Во власть они играют. Да, вот они играют во власть, но манипулятивными технологиями. То есть, грубо говоря, Байдену есть, как там говорил товарищ Сталин, папа, сколько у него дивизий. Так вот, у Байдена есть дивизии, которые можно положить. Может быть, их и меньше, чем официально, но они есть. У Путина есть дивизии. Тут у меня есть подозрение, что их больше, чем официально. Но это такая гипотеза моя личная, да? Но они есть. У Китая есть. У Индии есть, а у Евросоюза, как у них, как у Евросоюза с дивизиями? Своими, не американскими. То есть, может быть, у них даже есть несколько дивизий, но у них нету командования этих дивизий, потому что командование американское. И эти ребята тут пытаются вставлять палки в колеса Байдена. Ну, это, ну не смешно. Поэтому я не буду сейчас там рассуждать про переговоры, про отказ НАТО, еще про что-то, я думаю, пройдет. Ну, собственно, сегодня у нас четверг, в понедельник, да, вторник. Ну, в общем, на следующей неделе мы получим ответ. У меня есть разные гипотезы, я думаю, у нас у всех есть свои гипотезы. А можно про англичан еще пару слов? Ну, хорошо. Есть проекты, которые явно совершенно не очень поддерживают. Но в их стиле поддерживают как бы проект и антипроект, да, так вот, Туран, антитуран. Вот, явно совершенно, если бы не было бы, то его надо было бы придумать. Но они в это играют. Понятно, что они сильно вкладываются, потому что тратиться им особо не приходится. Тут они используют какую-то социальную и ту же политическую манипулятивную технику. Я же сказал, что начинается очень сильное ужесточение противоборства между элитами, а контрэлитами, и я забыл сказать маленькую деталь, антиэлитами. А в условиях такого кризиса, когда элиты пытаются удержать власть, а у них ресурсов нету, контрэлиты, у которых больше свободы и которые ищут, кто может помочь, а антиэлиты как раз в этой ситуации начинают играть во власть. Революция в октябре 1917 года была организована как действующие силы антиэлитами. Управляли военные элиты, но действующие силы были антиэлиты. И к власти пришел Ленин, а не генерал Потапов. И это принципиально, или там генерал Борис Борисович, ну там их много их там было. Он отвечал за безопасность. Вот. А, потому что он играл за власть. Конечно. И это принципиально важная вещь. Вот сегодня... Я прошу прощения, да, что я вас перебиваю, но я почему об этом спрашиваю? Вот, есть Китай, который вы упомянули. Есть эти проекты на пространстве, где ресурсов довольно много. И они такие вкусные, с недрами и так далее, вы понимаете, да, что это довольно... Вы же понимаете, что мало недр, надо еще обеспечить свой контроль над этими недрами. Вот именно. Значит, вот вопрос, как относится тоже китайское руководство к тем проектам, которые разворачивались все последнее время и на постсоветском пространстве, и вообще в Старом Свете, я имею в виду вот этот туран. Судя по реакции на Казахстан, на события в Казахстане, базовые красные линии уже проведены, и ни Китай, ни Соединенные Штаты Америки в Центральную Азию не полезут. Ну да, учитывая то, что пригласили министра иностранных дел Турции вчера, а завтра будет иранец в
соответственно. Нет, это не кто играет в игру как бы не системную, это Великобритания. Она еще пытается, именно по этой причине есть серьезные основания считать, что во многом за событиями в Казахстане стоят именно британцы. Да, разумеется, они тут играют там очень аккуратно свою роль, потому что у них нет... Манипулятивная техника не предполагает... Требует работы через агентуру. Да, требует, и не предполагает возможности играть ва-банк. То есть это мы можем себе позволить карты на стол. США могут себе позволить карты на стол. Китай даже может себе позволить карты на стол, хотя это ему совершенно не свойственно чисто психологически. Англичане себе такое позволить не могут. По этой причине, как только ситуация начинает вскрываться, они тут же и убегают. Вот. И по этой причине я сильно подозреваю, что свои возможности в Центральной Азии они очень сильно ослабили, потому что они спалили всю агентуру. Переоценили. У меня глубокое убеждение, что они работали с назарбаевскими элитами, считая, что это элиты, а это вот такие же воры, как у нас. Это Назарбаев играл во власть, а его родственники играли в другую игру. Ну и по этой причине, как только стало понятно, что надо чем-то искать, они тут же... И я, кстати, в этом смысле, я абсолютно не знаю, кто там за кого играл. За кого играли вице-премьеры, за кого играли министры, за кого играл Комитет национальной безопасности в лице разных начальников. Судя по волне случайных... смертей там было много разных игр. Но этим пускай занимаются профессионалы. Я описываю общую картину. Вот ситуация простая, что все национальные элиты в странах, которые не могут себе позволить создать свою валютную зону, это значит, у них нет ресурсов для создания фиатной валюты, которая обеспечивает нормальный инвестиционный процесс. Значит, они, национальные элиты, должны пытаться поддерживать уровень жизни и кому-то продаваться. Контрэлиты ничего не обязаны и поэтому имеют большую свободу в части продаваться. То есть, если вдруг выяснится, что они хотят продаться одному, то тут, значит, будет бегать, да, то есть часть старых назарбаевских элит будет бегать в Москву и говорить: ребята, мы на все согласны, а часть контрэлит будет бегать, с одной стороны будут бегать и говорить: ребята, вы им не верьте, они все обманывают, у них тут с англичанами то-то, а там то-то, а там то-то, туда-сюда, при этом у себя они будут кричать, как... Коварный Атакаев оккупировал страну иностранцами, ну, как бы поджигая. Но при этом, как бы, бегать в Москву и говорить: ребят, ну вы понимаете, да, как только вы нас согласитесь поддержать, тут же все будет мир, дружба и жирочка. Ну и соответственно, имеются антиэлиты, которые, может быть, это зависит от страны, может быть, готовы будут поиграть во власть. Всерьез. Ну, как вот это сделал Ленин с большевиками в октябре 17 года. Я думаю, что спасибо.